Десятый юбилейный финал завершил сегодня серию интеллектуальных игр. Шанс побороться за победу и главный приз в чемпионате для школьников «Думай, знай, познавай» в этом году получили 6 команд. Начался турнир с награждения. Жюри решило, что будет честно наградить ребят, которые 3 года подряд занимали 2-е место. Капитан команды школы номер 5 Дмитрий Ванишко забрал первый в истории кубок вице-чемпионов игры. Забираю его, поскольку он был заработан за 3 сезона подряд. Суть состязания проста. За правильные ответы ребята получают баллы. Чтобы победить, нужно быть настоящим эрудитом. Участников ждали вопросы по таким дисциплинам, как история, биология, литература, география, иностранные языки. В связи с недавней годовщиной Великой Победы были задания, посвященные и Второй мировой войне, на которые ребята блестяще отвечали. Знаете ли вы, сколько примерно процентов населения Земли было втянуто во Вторую мировую войну? 5 баллов 80%. Это правильно. Гимназия правильно. Командный дух в таком коллективе – это, безусловно, очень важно, считает капитан команды 9-й школы Мария Бамбак. За неделю до игры, до финала, мы распределили всю информацию и прочитали очень много материала. Поэтому я уверена, что моя команда готова к сегодняшней игре. Зал не скупится на аплодисменты. Зрители готовились не хуже самих участников. Болельщики нарисовали яркие плакаты с кричащими слоганами, чтобы подбадривать свои команды. Анастасия Шаляпина пришла сегодня болеть за сына. Она поддерживает увлечение своего ребенка и считает подобные игры очень даже нужными и полезными. Великолепное развитие ребенка и вообще компании, команды. Ну, это здорово, хорошая игра. Организатор и ведущий игры Кирилл Махров отмечает, что ему все труднее находить для ребят интересные и каверзные вопросы, так как с каждым годом участники подготовлены все лучше, и удивить их непросто. Я всегда ставлю задачу уже для себя, знаете, делать именно такие вопросы, которые были бы максимально и познавательны, максимально интересны. Надеюсь, что у меня это получается. Большинство участников не волновались, так как для многих это не первая и даже не 2-я игра. На турнире есть и те, кто уже понял вкус победы и знают, как завоевать главный приз. Подобные мероприятия сближают коллектив, потому что хочешь не хочешь, а приходится взаимодействовать с ребятами. И чтобы достичь победы, нужно понимать друг друга. Победу в решающей игре чемпионата одержала команда Видновской гимназии. Но принимая во внимание, что отрыв в финале был всего в несколько баллов, оргкомитет решил разделить 1-е место между гимназистами и школой номер 9. 2-ми стали ребята из Видновской школы номер 7. 3-е место присуждено к команде ВХТЛ. Анастасия Горелова, Александр Будников, Ольга Садовская, Видное ТВ.